Ребятки, всем привет, с вами Александр, в общем-то, легенда Дракономании, только что записывал, нет, мир юрского периода. Кстати, что у нас тут по новостям? Лаборатории синтез, действует скидки 70%. Время ограничено. Так, у нас, как мы вчера там смотрели, или когда у нас Эрлифозаурус, короче, турнир начался, ну, этим мы займемся на выходных. Также вот, да, наш Келенкин сейчас доступен в наборах, вот, даже можно нажать купить, вот такая вот у нас картинка. Давайте сделаем скриншотик. Но за такие деньги 10-15 баксов примерно покупать одного Келенкина, не, я не согласен, ребята. Мы с ним сейчас познакомимся другим способом. Так, вот наш турнир. А вот и наше знакомство. Поздравляю вас, приветствуйте, точнее, Келенкин, его величество 270 уровня. Он у нас супер редкий, как мы видим. Это жесть. Это жесть, какой он жесть. Но не такая жесть, как могла бы быть. Так. Давайте сделаем вот так вот. Вот так вот и вот так. Я пока берегу, сами понимаете. Так, ну он у нас светится, потому что он мутант. Хотя, ну это у нас самый слабый мамонт, его мы пустим на мясо. Ну, кто бы сомневался, что он нас проатакует. Сделан вот так. Сейчас он, думаю, еще раз на один или на два нас тоже проатакует. Обязательно нам. Так, ну а теперь мы перенесем. Ну что? Вот на один хорошо. А то бывает так подло, на один берут и атакуют. Сумчатый лев, кстати, есть в арке. Тоже хорошая штука. Прикольный там. Можно по деревьям лазить. Сумчатый лев в арке выглядит повеселее. Так, стоять. Здесь, по-моему, у нас громковато. Вот так вот будет получше. Чтобы я не кричал, и вы меня хорошо слышали. Порви их! Мурзик. Давай, Келенкин, давай. Он какой-то тощий. Блин, Фарракс и то сильнее. Ну, как бы массивнее выглядит. Реально, ну вот с такого расстояния, блин, плоский такой. Ну, просто капец. У нас будет по одной жертве. Так, ну и мамон давай по полной атакуй. Ну, мы легко отделались. Келенкины это слабые противники. Ну, не потому что они слабые, а потому что у них стихия степная, равнинная, или как она там называется. А у нас довольно много снежных тварей. Тарам-пам-пам. Так, готово, идем дальше. У нас снова Келенкин. Можно взять вот так. Возьмем Титанобоа. Титанобоа возьмем. И вот так вот, что ли? Так, не-не-не, так не пойдет. Динотерия этого пустят на мясо. Здесь нужно взять все-таки еще Телокосмила, например. Ну, пусть будет так, давайте пробовать. Так, 1000. Блин, а он сейчас он не подменится.
Динатери совсем слабый. Сумчат Илью его за один удар, наверное, заложит. Да. Ну, я вовремя сделал, я поставил защиту. Все у нас идеально получилось. Но Титанобоу нужно будет как-то защитить. Конечно же, он будет сейчас нас атаковать. Минимум на один или два. Вот, подлый удар был. Был бы. Так, ну мы делаем теперь три. Но печаль беда в чем? Нужно Титанобоу обязательно защитить. После того, как она сейчас съест сумчатого льва. Раз, два. К сожалению, два. Раз, два, три. Давай, красотка, давай, жги. Ну, два косаря, нормально, пол жизни всего лишь снимет. Ну, надо меняться, потому что тело Космилом просто я два удара и все. То есть я его защищать не буду. Разберусь с сумчатым львом Титанобоа. Она бьет тоже неплохо. Будет там не два. Ну да. Посмотрим сейчас, сколько будет. Так, 2200. Бью тело Космил. Представитель конвергентной эволюции с сумчатым, с облизубым тигром. Так, ну и то же самое бьет. 2000. Ах, классно. Титанобоа классно выглядит. Уникальная такая анимация. Аж голова кружится. В VR-шлеме, наверное, было бы страшно. Ну, что-то у нее как-то зубы слишком близко расположены. Передние. Так, ну и идем на третий бой. Вот такой вот у нас третий бой. Так, будет бить по 1000. По 1000. Будет ли он меняться? Вот в чем вопрос. Ладно, вот так давайте. Ну, мне тут полюбасу надо ставить один балл в защиту. Желательно, чтобы он подменился. Да, он подменился. Это хорошо. Но все идеально у нас складывается. Индрикатери, а в арке он опять забыл, как называется, на букву П. Так, ну, мы по традиции переносим 3 балла. Давай, не подводи нас, атакуй на все 4. Не подводи, на 4, молодец. Здесь противник у нас бесхитростный, атакует все по чесноку. То есть, ну, защитимся. То есть, мамонт у нас должен будет желательно завалить одного сумчатого льва, а потом гиены тоже. Ну, хотя можно было мамонта не защищать. Гиенодон их порвет. Но для разнообразия, чтобы каждому было что покушать, я сделал именно так. Ну, вообще, все как по маслу, ребятки, у нас пошло. Так что обязательно поставить лайк. Вот не поленись, вот сейчас нажми лайк. Вот, увидел Гиенодона, не нажал, нажми еще раз. Кто не нажал? Победа! Можно было бы сказать, что это собаки против кошек, но одно не является кошкой, а второе не является собакой. Вот так вот. Сумчатый лев, это вообще у нас какой-то бобер. Зубатый. Косарь генов, 100 баксов и колимимчик редкий. Чё-то вообще такая фиговая награда. Ну, в смысле, как бы динозавр фиговый, то
1000 генов то на норм. Так, ну вот так вот, ребятки. Такие вот у нас были дела. Думаю, вам понравилось, как и мне. Все у нас весело и интересно. До скорых встреч. Поставь лайк.